Опра Уинфри называет их воинами света. Билл Мюррей сравнивает со студентами, выступавшими против войны во Вьетнаме. А Джордж Клуни жертвует им 500 тысяч долларов. Протестное движение против свободного владения оружием в США, в центре которого оказались тинейджеры, набирает обороты. В субботу в стране пройдет общенациональная акция под названием «Марш за наши жизни» с требованием ужесточить законодательные нормы продажи оружия. Президент Дональд Трамп: с нас хватит ваших невыполненных обещаний. Мы, ученики, становимся жертвами вопиющей пассивности нашего правительства. Больше мы этого не допустим. Мы здесь, чтобы призвать к ответу политиков за их бездействие. Наши голоса, голоса школьников, больше не смолкнут никогда, говорит старшеклассник школы Марджери Стоуман Дуглас, той самой, в которой 14 февраля погибли 17 человек. Выжившая в этой трагедии в числе организаторов субботней акции, она обещает стать не менее масштабной, чем национальная школьная забастовка, участие в которой на прошлой неделе приняли десятки тысяч учеников.